Ребятушки, всем привет! Вы на канале SmartWatch. Что значит сегодня хочу вашему вниманию предоставить? Если вы помните, есть такой египетский разработчик, Ашраф его зовут. Я частенько делал обзор раньше на его работы. В последнее время что-то я это дело подзабыл и вот решил опять вам продемонстрировать его работу, на которую 70% скидочка существует. Ну а также пишите комментарии, возможно, вы получите его бесплатно через промокод. Ну а если вы из России, то и это тоже решаемо. Что значит у нас вот есть? В данном случае, смотрите, как сделана прикольная реализация с такой тенью вот здесь. Видите? Достаточно интересно, что у нас здесь есть число. Также день недели сокращенный, по-русски причем пятница, как вы видите, две буковки, да? Здесь у нас пульс, здесь сколько мы натопали шагов и процент заряда. Также есть раз, два, три, три табзончики. Ну и теперь давайте посмотрим, что у нас в настроечках на данном циферблате. Чтобы у нас была определенная ясность, правильно? Так, поехали и смотрим, что у нас меняется. А меняется вот окошечки. Кстати, это его стиль, он всегда так делает. Именно изменение окошечек. Раньше так Ковалев тоже делал. Александр, российский разработчик, не знаю, сейчас делает, нет. Но у него тоже была такая фишечка. Дальше индекс у нас. Смотрим, что у нас с индексами. Да, вот так вот у нас меняется, значит, здесь индексы. Оставлю-ка я, наверное, вот такой. Поехали дальше. Здесь у нас стрелочки. Так, красненькие оставим. Стрелочка. Теперь минутная, поехали дальше, и секундная стрелка. Сделаю я ее тоже красной. Да? Ну-ка. Что случилось? Вот. Поехали обратно, и вот эта вот таб-зона. За что же она у нас отвечает? Интересно, можно? Нет, обратный отчет. Календарь. Дальше секундомер, мировое время можем поставить, дата, будильничек, а вот и погодка есть. Посмотрим, будет ли она реализована, эта погодочка. Так, вот так у нас появилась, да, погодка реализация, и вот эти табзоны, значит, плюсики-то у нас, походу, настраиваются уже отсюда. А, и даже и не настраиваются они. Это просто плюсики. Так что извиняйте меня. Неправильно дал информацию вот за эти плюсики. Ну, в целом, хотя нет, ребята, реализация есть. Два раза тапнуть и можно установить какое-то приложение. Ну, давайте Google Play. Ага, и здесь два раза тапаем. И у нас появляется, опять-таки, Samsung Kilt. Все, если мы хотим это переделать, вот кружочки говорят о том, что здесь стоят приложения. Нажали. Вошли в приложение. Почему не заводишься? Нажали. Ну-ка. Вошли в приложение. Разрешение надо дать. Сбрасывал часы. Естественно, опять. В очередной раз. И, соответственно, не сразу все настройки пока включаются, пока не дам разрешение. Здесь тоже. Play Market, видите? Только запускается, наконец-то. Еще новая система, хочу вам сказать, это глючноватая. Если хотим поменять, два раза тапнули. Ну-ка, да, два раза тапнули. Да нет, слушайте, уже не меняется. Один раз и все. Обычно двойное нажатие можно перенастроить. Здесь этого нет. Короче, вот так. Ну, картинка, как я уже сказал, хорошего качества. Кому интересно, как я уже сказал, пишите, либо покупайте 70% скидкой. Пока!